Всем подписчикам покашка девочки, а остальные сосите жопу. Всем привет, с вами Сэм Пай. И эта четвертая часть заказал АМВ за 100, 500, 1000, 5000 и 10 тысяч рублей. Ноль рублей. Да, за работы в этом ролике я никому не платил, поскольку все работы прислали мне подписчики. Хотелось бы начать с того, что у большинства была огромная ошибка, и это неумение обрабатывать песни. Поскольку YouTube за музыку дает авторское право на ролик, и он не продвигается должным образом. Чтобы избежать этого, в некоторых местах будет изменяться звук музыки. Но не волнуйтесь, это только в начале. Итак, начнем. Первую работу мне прислал Асхаб Дацаев. Аниме, которое он использовал, Токийский гуль, Пламенная бригада пожарных, Атака титанов, Клинок рассекающих демонов, Ван Панчмен и Моб Психо 100. Итак, давайте же посмотрим, что у него получилось. Сделано неплохо, но в некоторых моментах не хватает монтажа. И, конечно же, переходы хромают. А так, в целом, неплохо. Вторую работу мне прислал Андрей Сав. Аниме, которое он использовал, называется «Убийца Акама». Что ж, давайте смотреть, что у него. Работа довольно неплохая, но ты не чувствуешь музыки. Побольше бы спецэффектов, переходов, и было бы намного лучше. Третью работу мне прислал Adobe Anime. Да, именно такой его ник. Аниме он сделал Токийский гуль. Что ж, давайте смотреть. К монтажу даже не прикопаться, но единственное, что скажу, то что картинка повторялась и повторялась вновь и вновь. Грубо говоря, это не АМВ, а эдит какой-то. Только при монтаже заметил, что вместо коуба сказал эдит. Извиняюсь, я имел в виду коуб. Но все же сделано классно. Четвертый участник ДЦ Паки взял интересное аниме «Клинок рассекающих демонов». Давайте посмотрим, что у него получилось. Лично как по мне, то не хватило спецэффектов и каких-нибудь прикольных переходов. А так в целом классно и смотрибельно. Пятый участник Фолдик взял аниме «Семь смертных грехов» и «Наруто». Давайте посмотрим, что у него вышло. I got loyalty.
Отличный монтаж, не хватило некоторых переходов, я бы поменял бы песню и было бы просто пушка. А так в целом 8 из 10 трэшев. Шестой участник Акико Чан взял аниме «Клинок рассекающих демонов». Давайте посмотрим, что у него вышло. Начнем с того, что худшее, что я мог увидеть, это вотермарка посередине. Ладно бы она была бы где-то в углу, но посередине, серьезно. Во-вторых, ты не чувствуешь музыки, нету каких-то дрожаний камер под бит, цветокор надо было бы получше настроить, и наконец мы пришли к работам, за которые стоило бы мне заплатить. Прости, Кси. Аниме, которое он использовал, Блич. Давайте посмотрим, что у него получилось. Нечего даже добавлять. На самом-то деле, мне бы хотелось увидеть его работу подольше, а так в целом неплохие 20 секунд моей жизни. Я бы пересмотрел это еще раз. Восьмой участник под никнеймом Here X Dora. Аниме, которое он использовал, Mob Psycho 100. Давайте посмотрим, что у него получилось. Просто охуенно. Пока вы еще не ушли, давайте посмотрим еще пару работ от этого парня. А если ты хочешь поучаствовать в следующем ролике, то все ссылки для связи есть в описании. И да, я забыл вам показать свою работу.